Жители аварийных и ветхих домов сегодня вышли на пикет на площадь Ленина. Они хотят обратить на себя внимание городских властей. Чиновники, по мнению людей, намеренно затягивают переселение. Около 30 человек взяли в руки плакаты и транспаранты. У каждого из них своя непростая история. Одни, по их словам, вынуждены жить в квартире, где среднесуточная температура не поднимается выше плюс 10 градусов. Другие в ожидании положенного жилья вынуждены снимать квартиру. Некоторым не нравятся те варианты, что им предлагают. Кто-то хочет большую площадь, других не устраивает переезд из центра на окраину. Говорят, денег нет. Но в то же время мы видим, что ремонтируется зал заседания для депутатов в городе и в области, да, по нашей информации, 35 миллионов – это город, и больше 100 миллионов – это область. Поэтому очень странно, что людей не спасают из той ситуации, в которую они попали, причем все время говорят, что собственники виноваты. Анатолий Локоть прокомментировал претензии вышедших на пикет. Мэр сослался на то, что очередность расселения утверждена законом. Когда те или иные люди отказываются от предложенного жилья, мы не можем нарушить закон. Мы не можем их поставить в особые условия по сравнению со всеми остальными. Закон диктует нам твердые параметры. Есть жилье, предоставляем эту площадь. По каждому из тех, о ком идет речь, есть конкретный ответ.